Всем привет, друзья! Не за горами Новый год, и остро станет вопрос выбора подарков для своих родных и близких. Я решил немножко вам помочь, остро упростить задачу, снять обзор на свой триммер для носа и ушей от фирмы Daikeman. Я думаю, для всех известная вещица, именно триммеры. Отличный подарок будет для мужчин, для пап, дедушек, там, братьев, для любимых. Все ими пользуются, как бы, и вещь очень нужная в хозяйстве. Я очень долго пользовался таким самым дешевым, простым приборчиком, но качество оставляет желать лучшего, ну, больше дискомфорт от его именно использования, нежели именно качественное бритье и тому подобное, поскольку он работает батареек, очень быстро их высаживает и очень некачественные лезвия у дешевых приборов. Поэтому я решил сделать себе подарок и заменить его на что-то более качественное. И выбор мой пал именно на вот этот прибор. Сразу скажу, что мне в нем понравилось. Это, во-первых, очень стильный такой дизайн, который не испортит внешним видом вашу ванную комнату и тому подобное. Будет стоять красиво на полочке. Не нужно его где-то прятать, хранить там в темном углу. Это обязательно работа от аккумулятора, чтобы не заморачиваться с батарейками. Ну и качественное, хорошее лезвие для уверенного бритья, безболезненных ощущений. И очень качественно, чтобы он именно выполнял свои основные функции. Ну, рассмотрим именно данный приборчик. Данная фирма молодая, она очень успешно сейчас развивается, делает очень стильные и качественные инструменты. Самое главное, по доступным ценам. Данный триммер я покупал в районе 2000 рублей. Ссылочку обязательно оставлю в описании, кому-то интересно, переходите, смотрите, покупайте. Давайте посмотрим комплект поставки, что входит в нашу упаковочку. Ну, во-первых, сама упаковка такая довольно приятная, стильная. Будет незазорно такую подарить, да, хорошо упаковать. Как бы плюс хорошая упаковочка, стильная. Дальше что у нас идет? У нас идет сам прибор. Таким образом он выглядит, очень такой стильный. Он в черном цвете. Заряжается у нас от Type-C зарядочки. Защитный колпачок стоит на носике, да. Очень все так, не знаю, выглядит очень классно, стильно. В руке лежит очень приятно. Такой он увесистый. Видно, что вещь довольно качественная. Кнопка нажатия, здесь кнопка руления одна, она есть она с подсветочкой, что очень удобно. Также при зарядке здесь идет индикация. Дальше что у нас есть? Щеточка для очистки изделия. Кабель для зарядки Type-C. Единственное, блок питания в комплекте не идет, но можно взять любой блок. Там от телефона 5-вольтовый и тому подобное, либо от пауэрбанка заряжать или от какой-то оргтехники. Идет паспорт, здесь полные инструкции по его эксплуатации, уходу и тому подобное. Гарантийный талон. И вот такая вот идет памятка, что при условии, что вы регистрируете данный прибор на официальном сайте, вам увеличат гарантию с года до 2 лет. Очень круто. И каждый производитель даст такую гарантию на свое изделие. Значит, они в своей продукции уверены. Это очень круто. По использованию, попользовался я им уже практически месяц. Не знаю, мне очень понравилось. Очень комфортное бритье, без каких-либо неудобств, раздражений. Зарядки хватает, я его даже не заряжал. Как из коробки достал, вот месяц пользовался, еще вот, прекрасно держит зарядку. Заявлено у него получается до 180 минут работы от одного заряда. Заряжается порядка 120 минут. Лезвие у него выполнено из нержавейки. Бреет классно, не знаю. Нос я вам, наверное, свой показывать не буду ради эстетических соображений. Образом мы как бы его проворачиваем, чтобы он цеплялся лезвиями нормально. Бреет классно, без каких-либо дискомфорта. Волосы не дергивает, ничего. Не знаю, очень классный приборчик. Дальше что мы делаем? Для того, чтобы его почистить, просто снимаем, получается, его вот эту часть. Это у нас остается. Просто взяли там кисточкой. Очистили, убрали в сторону.
А вот это все можно промывать прямо под водой. Можно достать лезвие, вытащить аккуратно. Лезвие вот здесь вот можно видеть. Два очень острых лезвия. Аккуратно при вытаскивании не порежьтесь. И просто берем под водой, все хорошенько промываем. Той же щеточкой почистили. И аккуратно все собрали на место. Туда поставили. Получается, попали в пазы. И все. Вот вся очистка прибора. По зарядке. Ну, просто вам покажу. Обычный блок от телефона. И здесь у нас есть индикация заряда. Очень круто. Не знаю, очень стильный дизайн. Поставили где-то на полочке. Как украшение даже интерьера. Не стыдно такой, как бы, и оставить на виду. Очень много у них разнообразной техники. Можете заходить, смотреть. Я вот себе присматриваю на данный момент бритву. Поскольку я такой бородач. Да, мне именно интересует либо триммер, либо бритва. Буду рассматривать. Возможно, закажу себе. Все, большое спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч. Пока-пока.